мелкие часы разгоняют и по чуть-чуть отпускают. Говорят, что время лечит, но походу портит печень. Еще один глоток, ты пусти выдох, а вдох. Погода. Сегодня 14 января. Синоптики в Воронеже обещают пасмурную погоду, минус 3 градуса. В Великом Новгороде, по их прогнозам, утром и вечером ожидается дождь. Днем будет облачно, на термометрах 0. В Волгограде минус 6 градусов. Днем переменная облачность, обойдется без осадков. В Калуге и Рязани от минус 2 до минус 3 температура воздуха в дневное время. Пасмурно и без осадков. В Мурманске тоже пасмурно, без снега. Минус 1 днем. В Рыбинске и Смоленске облачная погода. Года. Снега синоптики не обещают. От минус 2 до минус 3 температура воздуха в середине дня. В Москве суббота пасмурная, обойдется без осадков и до минус 5 градусов опустятся столбики термометров днем.